Да, и вот. Да и надо никуда лететь. Тыкните на себя. А у всех ассист история. А у меня суммули. Ну давай всех суммулим. Да, посмотрим. Ого, 260. Пиздец, блядь. Сколько мы сейчас сами 2,5 часа ебашили? Предлагаю в четверг пойти в УКЗС. Да что там, первого трая убили? Пришел с первого трая и упал. Да, не надо ничего предлагать, вот эту всю хуйню, блядь. Тут на трэше нахуй час будем сидеть. На Аларе 2 нахуй. Это все хуйня. Надо людей одевать. У нас еще в Геру люди ходят, сука, не одетые, фул. У нас одетых в Гере, посчитай по пальцам, сколько их. 25. Боюсь, у меня пальцев не хватит. Вот когда будет все одетые, блядь, тогда можно будет в четверг ставить. Сейчас смысла нету. Просто проебем время, блядь. Это будет хуже намного. Давайте. Че там как? Разобрались? Че, шалфира надо убрать или че? Так, есть еще 3DS на печеньку. Да, есть. Ебаный банк, блять. Может быть, здесь я получаю нормальную пуху. Сову. Так. Так, а я тебе не давал разве варианте? А чё, 8 тысяч не давал? Я что-то не помню, может и давал ему. Чё, варианте не давал, что ли? Никто не помнит? Я не помню уже, блядь. Трэш очень опасный, смотрите, там, почитайте имена мобов. Кто-то кастует, кто-то что-то делает, блядь. Там пизда вообще. Слушай, я не знаю, блядь, я не помню. Ладно, ну, давай, хули. Да он двоих слева. Да, поаккуратненькому. Так, вроде все тут. Хуярим. Прицатель вроде самый опасный, блядь. Контроль, вот контроль. Вихрь, 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 Вадикон, кто там? Вихрь по своим. Смотрите, очень осторожно здесь. На трэше падать это вообще залупа. Так, кто может пособирать в этом мобах? Линдрид, пособираешься, да, на лутера тебе? Ну, давай. Ай, блядь. Чё там? Мастер лут чё-то. Маслину поймал. Ну, нет, нет, нажми. Ну. 45 хп осталось. А, да, вот звездочёт самый опасный, блядь. То сдох, сразу заходим. Ты поменял там, нет? Или тебе перекинуть еще раз? Сейчас, давай еще раз. А тут трэш как-то тебе? Немного? Чтоб как обычно было, там нет, надо нажать, если у тебя... Да я нажал нет. Просто я пока ничего не вижу. Так, звездочет, значит, самый опасный. Так, что тут? Так. Давай, грипнем мудака. Там посмотрим, кто пойдет. Кровостраж, по-моему, вертушки крутит. Давайте, смотрите осторожно. Если что крутить будет, сразу отбегайте. Звездный прорицатель. Вроде хуйня. Вот, он контроль дает. Раньте, не убейте вихрь, давайте по своим. Ну бафать 100 раз же это пиздец. Готовьте, это, когда прорицатель идет, сразу вихрь по своим. Как на леди, так же. Так, звездочет. Страшитель какой-то, блядь. Воздаятель. Вот воздаятель, наверное. Воздаятель, он, наверное, крутит вертушку. Вот этот воздаятель, осторожно. Хилит он. Нет, там вроде рыцари какие-то вертушки крутят. Вот, смотри, легионер крутит.
Вы видели, да? Все видели, сука, отбегаем нахуй. Как дела? Блять, я же объясняю. Смотрите повнимательнее. За ручку каждого провести не получится, блять. На трэше падать это позор. Там за полсекунды. Ну так надо отбегать, я же говорю. Тут какой-то рога убил. Смотрите, чтобы не убил рога, надо контроль. И быстренько заходим. Да нет, в начале инста. А, скажи ему, что он пидор. Я думаю, он догадывается. Значит, легионеры крутят вертушки вроде. Что вам око напоминает? Очко, блин. Очко? Нихуя у тебя, конечно. Тут пиздачётов. Тут боешка лежит, тут боешка лежит. Там заберунецы. Напоминает мат. Ну ладно. Пояс, метка, скорость. О, воронка, блядь. Первая воронка, пацаны. 3000. Это... Так, давайте. Звездочетов тут дохуя, они нас шотнут, поэтому это. Давай, значит, что там, сап на них работает? Давай, черепок, рарник, окружок, этот, кто там? Давай, Авелания. Где, говоришь, боешка лежит? Уже спиздили. Там вначале воронка лежала. Воронку прятал. Вот, тут, тут. Я не вижу ее. Так, давайте, рарник с Авелания. Вот, рарник с Авелания, давайте, насчет три. Раз, два, три. Остальных заберем. Чё, покаяние не работает? А, кто-то скинул что-то. Не, кто-то ударил, походу. Блять, захиливаем. Все в кружок свичнулись. Потому обны... Ну, вставайте нахуй. Быстрее захиливаем сильнее эту хуйню. Он будет хуярить очень мощно. Это пиздец, блять. Ёбаный в рот, блять. Байф на тайм. А тут разве МК не берет? Быстрее кружок убиваем и потом череп бьем. Вихрь, вихрь. Ну смотрите, легионер вихрь крутит, блять. Легионера, смотрите, считайте ники мобов. О, ебать. Из-за чего-то хуярим. Сало по нему, стан там, блять. Так, там кто у нас стоит? Вот маршал самый опасный, вот смотри. Да, сзади моб еще. Ну бейте. Сзади еще. Верьте его. Так, маршал самый опасный. Значит, смотри, Эвилаша, берешь двух кровостражев на себя и ведешь сюда, а я с маршалом там стою, где он стоит. Он вроде тоже вертушку дает. Вот и бьете двух оруженосцев сначала. А я маршала там оставлю. И одного правого гриппану. А, он не грипается, ладно, похуй. Ты двух бери, я маршала заберу. Тут идут, вроде что-то крутит. Но потом после этих двух ебаем. Да, вот он крутит. Маршал, легионеры. Ну, легионеры у них быстрый вихрь, у маршала подольше там. Ну, их во время вихря грипать нельзя. КД, сейчас не знаю. Ну если оруженосцы не гриппуют, значит это тоже, наверное. Не знаю. Да роботы там опасные мобы сейчас будут. Там про товары рулят. Смотрите, вертушка, уйдите. Ну уйдите нахуй, ну ебаные бичи, блядь. Вам в кайф лежать, да? Покидайте тело, бегите сюда. Увидите же, блядь. Или у вас в игра не показывает, блядь, где что, как происходит. Я увидел кас, начал бежать. Там не, просто не, да, обратно, понятно. И все, и убил. Слева бьем мобов вот этих. Бегите в инстхули. Так, эти вроде откидывают или что-то хуйню делают, блядь. Да, вот откидывают. Большие. Лара, бьем или скипаем? Скипаем. Так, где-то патрули там летают. Они вроде сверху только летают. Все потихоньку идем, вот того патруля, наверное. Догоню, нет? Нет, догоню.
Так, этот пидор вроде дышит или что он делает? Давай вот все. Да, 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 да. Лучше отверг. А что за хуйня? Это он рывок сделал, нахуй? Да, он делает такую хуйню. Там еще один летит. Вилаша второго словишь. Ну и как сюда же подведешь. Ну на грони скидывают. Возвращается. Все, откинул и. О, я улетел вниз. Понял. Сейчас он будет обходить. Третий прошел. Третий это хуево уже. Может так просто. А ману сжигает, что ли? Да. Давайте. Не, ебаные мобы нахуй. Не, по два, по три, это хуйня нахуй. Бейте первого, вот которого это я спулил, вот череп поставил, его хуярим. Просто ебло, блядь. Ебаные мобы, блядь. Быстрее, черепок, играем. Чё там? Удар пламени. А, это Алар. А какой мудак Алара спулил? Бичи, сука. Вы можете петов убрать? Добро было на войде. Да какой на войде, блядь? Он мне... Ну, видать, ты когда вниз упал, ты его сагрил. Ты же первый упал. А как я его сагрил? Он вон отлетает, блядь, наверху. Ну, вот в воздухе летает. Его надо выбрать в цель, блядь, и нажать на него какую-нибудь хуйню. Давай посмотрим, чё. Там я помню, как по балкончикам, да, его там это танчить надо было. Да там несложно вообще, там хуйня. Просто вопрос в берсе. Вот, первый удар, ледяное прикосновение отводит фрозен, блядь. Да ты гонишь нахуй, не может его убить, блядь. Смотри, Войт, он на тебя наезжает. Он гонит. Ледяное прикосновение, это что, дота от я? А я тебе что, не давал гламурчен, что ли? У тебя столько ИП, я тебе по-любому давал. Да как не, блядь? Ну... Как нет, да, 100% давал еще 8к, когда 8... на Новый год. Новый год еще когда был, вы что? Двойное. Слева идет, спустим. Или одного, ну, одного давайте. Было на Новый год, вы что? Точно. Вы что, блядь? Я слежу за всеми вами. Короче, уйдите вниз, все уйдите там к воротам. Сейчас одного пидора какого-то заберу. Вот этого давай. Иди сюда, ублюдок. Мать твою. Засранец вонючий, а? Попробуй меня трахнуть, я сам трахну. О, давай в уголок сюда его нахуй. Вставайте сюда в уголок, милики, чтобы вы отлетали сюда, а не туда. Куда-то, неизвестно куда. О! Может вообще проход был пройти? Ну, туда, коридор. Вот, заебись ты его, тут в углу охуенно, мне нравится. Уже пол хп почти снесли. Второго выцепим. Ой. Так новогодняя и есть стартовая, вы шо, накурились? Мобы пошли. Чё за мобы? А что это за хуйня? Алар. 30 тысяч. 20 тысяч. Может, вы вытащите отсюда? Да вы в центр заходите и агрите его. А, нет, когда он откидывает. Пизду, короче, нахуй, ебаный в рот, блядь, я ебал. Сюда прям, иди в коридор. Вот сюда прям, иди в коридор. Да надо куда-то в Даларан его увезти, нахуй, в портал, блядь. Пиздец, блядь. Я говорю, тут нахуй на трэше час сидеть, нахуй, познавать всю эту истину, нахуй. Я говорю, встаньте в угол, нахуй. Нет, блядь, пол рейда отлетят в центр комнаты, нахуй. Сейчас, ничего, нахуй, сейчас, блядь. Поводим мобов. Никто не выходит в круглую комнату. Я один сейчас туда пойду. Стойте вот тут, нахуй, в коридоре в этом узком, блядь. Сейчас рыбу еще поставлю. Ебал этого Алара, блядь. Да какая-то залупа по-любому, блядь. Агрит этого уёбка, блядь. Не знаю, нет, Алара что-то бить, я хуй знает. Учиться еще, блядь. Робот проще там намного. Там захиливаешь и бегаешь по кругу, блядь. Так, вот рыба. Жрите, блядь. Я пока сбегаю, блядь, моба приведу. Моба приведу сюда и вот в этот угол поставлю, блядь. Так что там немножко подальше стойте. Я, где этот мудак? Вы, короче, РДД он в том углу, а мы в этом углу и все. Так, что-то они вдвоем вместе летают. Что за хуйня? Здесь стали РДДшники. Заебись. Пиздец. Да можно и двоих бить сразу. О, сейчас нормально. Вот. Они разлетелись. Все, веду. Хорошо, что он когда не видит вас через текстуру, не чаржится. Это самое заебись. Все, веду моба, готовьтесь.
Чё, сейчас попытка мы... номер 3? Сейчас мы его победим, нахуй. Ага. Гайд, нахуй. Как убить моба, блядь. Я говорю, тут интереснее, чем в ебаном ЦЛК. Ого. ЦЛК просто приелся уже. Это да. Напоминает РБК. Да там просто темные цвета, а тут такое розовенькое, фиолетенькое. Танков, по-моему, РБК надо. Ну, по-моему, 4 надо, блять. Но если танки прям скиллованные, вроде как и 3 хватает. Я не помню. На танка? На робота ты? Нет, на. Все вроде наоборот первым робот... надо убивали. На робота тоже 3, нахуй. Это минимально. Как воронка, да? Стойте, ну, назад, уйдите, там же стойте, ждите. А можешь двоих привести, что-то? Сейчас тут один летает. Один похуй. Сейчас он там далеко где-то. Сейчас на это. Куда он, ебаный, назад лети, сука. Фух, ебать. Я бегаю за мобом, короче, блядь. Ну, в обратную сторону там, с другой стороны. Да они заебали, нахуй, они летают, как уебки какие-то, блядь. Сейчас мы подъедем. Ага, справа подойти. О, а тут их два вообще. Ну-ка, давай второго, блядь. Мудак, стой! Нет! О, он меня подгрипнул. Где, все, блядь? Да выйдите уже. Так, все, я ну, бегу. Идите, стойте, стойте, уйдите. Все, уходите, блядь, они идут. Нормально. Все, идут, идут. Сейчас они сюда дойдут. Вот два их, короче. Вот этот, который первый залетел, его и первым набьем. Вилаша второго, короче, заберешь. Я не вижу, хуёво камера стоит. Ебать, нихуя не ясно. Я, короче, нихуя не вижу. Вилаша второго там стаунтишь, который не на мне. Ну, блядь, где он там? Короче, вот черепок поставил, этого сейчас бьем. Вот, который все второй. Там все, на Вилаша. Зайдите, пожалуйста, в коп и станьте, вот уголочек. Там стоит сават, и все стоят, как люди. Кто вы стоите там, кто у вас хиль там будет? Там еще, по-моему, один остался. Блять, как паладином стрёмно, ману выжигает. Вообще пиздец. Просто по КД выжигает. Сжигатель мозгов. Так, воронка. Пояс. Ну воронка это как... Нихуя, 140 тысяч она стоит? Ну да. Не, сейчас 50. По 60, по 50 тысяч они стояли вчера, по-моему. А для чего они эти воронки? Для Т5 открывать. Ну да, чтобы... Короче, здесь придумали... Здесь придумали токен, чтобы его заюзать, надо его еще, блядь, открыть. Да, тремя воронками заправить. Кстати, мало того, чтобы токен выпить, его надо купить, а потом еще и купить открывашку. Купишь, если он уже открыт? Это... Пробегите нет. Кто-то на ту сторону, да. Перехватите. Не, если задонатить, типа. На той стороне. Да, шмотку сразу покупаешь. Уходите обратно, сейчас еще один. А открыть сколько стоит? Три воронки. Ёба. А тебе еще потом туда полироли вставить. Ну, короче, 1200, блядь. На одну шмотку. На одну, даже больше. Все, самые сложные мобы в инсте побеждены. Блядь, жалко, мы времени столько проебали. Ну, можно сказать, подольше поиграть, если никто не против. Ну, если не против, я тоже не против. Я часик еще осилю. Ну, типа, давайте завтра это, ну выпили. Сейчас вот у нас час до концерта, типа, доп ИП какой-нибудь дам там. Доп ИП, новые шмотки. Да, понятно, просто. Возможно. Просто посмотрите на эти три не ПВПшные, ой, ПВЕшные, вот, ДДД. Если хотите остаться. И посмотрите на тех, кто первый до приоритету на них. И забудьте про это все. Скирсори, ты давно в гильдии же, у тебя все это уже было. Че у меня, ну, на уши сели стартовые? Стартовые люди лутают, у которых там пару тысяч ИП. У них схема новая. То первую неделю сходил.
Просто стартовый ЕП это больше, чем за закрытый рейд. Нихуя не знаю. Стартовое, оно тем, кто вступил в гильдию. Ты уже давно в гильдии. Так, пошли за звездой. Пошли, значит, в сторону робота. Это налево. Там интересные мобы сейчас в коридоре ждут нас. Ну и трэш еще на роботе тоже интересный. А Лар сейчас долетит, он не согреется? Нет. Ну, все звездопады не давать. Не агрится. Не башь Старфол. Так, заходим сюда. По-моему, тут роботы должны быть. Да, вон они. Робот, значит, ну, не помню, но он какую-то хуйню дает, он прям шотает нахуй. То ли он стакает, то ли что, я не помню, короче. Сейчас посмотрим скиллы. Так, давай. Так, иди сюда. Так, веду робота сюда, короче, уголок тут поставлю. Не помню, что он дает. Вот, вот эту хуйню он дает. Так, на нахуй. Я ебала, блядь. Короче, вот, смотри. О, блядь, ну вставай, блядь, ёбаный. Я встал. Все, хильте. Смотри, просто эту дашь, значит, в принципе, должна спасти это. Как она? Второй идет. Антимагия. Второй я заберу. Отводи, уходим назад. Убегайте, чтобы не сагрить раньше времени. Давай, иди, панцирь. Все нормально. Все, этого забрал. Сейчас я прожму, значит, хильте Войда. Прожму, значит, панцирь. Съел, да? Ну массуху дает. Ну массуху, наверное, это дам. Вон массуху прохилите. А следующую перезагрузку дам тогда это. А про товар просто прикинь, это говно рефлектит, нахуй. Прикольно. Так, у тебя панцирь есть, когда, да? Будешь про товар делать? Сейчас вилашу хилить. Просто про товар. Чем кайфовый, что вот на этих влагах он просто рефлектит. И такой фак ех, типа, блять. Ну будет Биг Дэн танчить, значит. Шемом. В принципе, разброс между костом долгий, но вот он первый дает. Сейчас у меня еще КД. Он кастует, блять. На нахуй. На. Сука. Жак, сколько бьет? Пиздец. Валера, резай его. Да не надо, да ну зачем? Ну, Вадикон резнул. Да в смысле зачем, блять? Кто танчить будет? Вот Вилаша умерла. Вилаша будет танчить, я вижу, блять. Я понял, блять. Я понял, блять. Так, это массуха. Так, отдай. Блядь, сразу видно, вары не играют на полную. Вары сейчас должны таунтить и, короче, рефлекс. Так, это, тихо, не это самое. Не рвите, сейчас второго танка резнут. Надо по одному мобу точно. Не знаю, вроде вдвоем не сагрится. Они подходите сюда. Бля, Вилаш тебя опять, да, недооценивают. Так, ну давай. Чё, Биг Дэм и варом сделаем танком? Сори, тоже вроде есть. Так, вот незыбка. На нахуй. Просто в незыбку, блядь. Или это поди еще этот спас. Нет, крылья держат. Ну, блядь. А чё, это крылья? Вот это точно крылья. Вот сейчас панцирь крылья есть. Крылья когда не ушли. Ну, тогда не знаю, что это. Блядь, я что-то эту нажал. А, вот дают, все, не успел. Вилаша, иди бери, у тебя пока там это все откатилось. Ну про товар просто кнопочкой нахуй эту хуйню эдит, блядь. Я понял, блядь. Да, ну, готовьте какие-то зубы, я хуй знаю. У меня нихуя нет, только ключ нахуй. Жми ключ. Да он не поможет, блядь. Там 130 тысяч урона нахуй. Ключ всего 20 тысяч. Ну я типа нажму. Не знаю, спичку в церкви поставь. Не успел. Нормально, ну резайте. Сейчас стойте, вперед не рвитесь, там опасные мобы нахуй. Я сейчас пойду разведаю, что там, блядь. Так, тихо. А то тут пиздец будет. Это, аккуратненько выходим и налево. Аккуратненько выходим и налево. Не спульте ничего. Так, вот, значит, встаем сюда. Вот тут где-то. Собирайтесь, звездочки. Так, сейчас оценим ситуацию. Что у нас тут? Эти же пидоры, которые шотают, да? Давай спекайся, кто там? Лингрен, спекайся в дополнительного. На трэш именно здесь надо. Так может вары там просят? Можно вара какого-нибудь бигдэма. Нет, так-то да, можно нахуй вар, чтобы чисто кристального подержал. Слышишь, кто там... Сори, спекнешься? Давай, спекнись. Ну, Лингрен тоже спекайся, потому что мелкие вот эти, их еще контролить надо. Смотрите, вот эти механики, кузнец, вот эти пидоры, всю эту шлюпьёбань в первую очередь будем заливать.
Вот, вар будет держать кристального, и очень важно это всего по одному делать, агрить. То есть пачку эту. Так, мы будем стараться, короче, вот это в первую очередь зервнуть. Значит, смотрите, ты, короче, Кирсори его отведешь и держишь вот тут. Только смотри, не прослакай эту хуйню, именно не проеби каст, именно на перезарядку у тебя должна быть, ну скажи мне эту опять. Все, значит, смотри, сейчас мы пулим ближайших, ты забираешь этого, и все бьют мелких. Кирсориного большого не бьем, он там отражать него будет. Все, давайте, поехали. Так, сагрил. Гриппанем, он гриппается нормально. Он большой. Все, мы этих двух пидоров разъебываем. Они что-то там дают, я не знаю, какую-то ауеху или что. Ну, хуярим их, короче, сейчас. Вот какое-то говно, но это похуй. Они этого усиливают. Все, он там отражает, нормально. Второго бьем. И уже это, потихоньку дотаем этого. Кирсори! Блядь. Кирсори, как там рефрект? Удачно? На пульте на него, на пульте на него, на дороге. Вот топовые выкрытия. Что-то подлагало. Нормально. Бывает. Крыльев когда ушли. Ты что, рефлект не нажимаешь? Там смотри, не прослакай. Вот это самое опасное. Быстро вернулись назад. Вернулись, сука. Стойте нормально слева, блядь. Чтобы вас в центр не откинуло, блядь. Вот что самое опасное тут. Стойте вот тут, вот вот к этой, к звезде ближе, нахуй. И не стойте спиной к центру комнаты. А то вас откинет. Мы пачки все сагри, блядь, и пизда нам. Все, хуярьте. Он перезарядку, походу, не кастует, да, этот пидор? Или это другие мобы, блядь, чуть не могу вкурить. Перегрузку? А, вон он, часовой. Часовой, это не тот моб, нахуй. Мы объебались. Это не тот моб. Вот. Следующий... Но все равно опасно. Да, вот это именно откидывалка опасная. Также, короче, в квадрат его заводишь, а мы с тобой, Вилаша, в звезду ведем мелких мобов. Вот следующая пачка. Поехали. Комната вся чистится. Кирсори берет квадрат. Так, я этого забаню, все, не трожьте. А, я понял, блядь. Нахуя два моба всего лишь. Ну, блядь, что это за говно, блядь? Ведем, ведем. Смотри, он вроде кастовал эту хуйню. Кирсори, забирай, вводи в череп. Вроде он кастует. Он кто? Он что-то житель. А, нет, это баф он на себя вешает, я просто не прочитал. Блядь, ну вот зачем ты забанил, блядь? А если там его, помню, по X2, если его не банить, то жопа какая-то происходит. Давайте хуярим. Я не помню. Пилы, наверное, какие-то, блядь. Она... Что ты делаешь, блядь? Сними это говно, блядь. Мы будем бить или что? Или мы банить его будем стоять? Хуярим моба этого. Механика хуярим. Я не помню, что он делает. Ну его хуярить так-то надо. Вот, вот эту хуйню кастует. Ну-ка, грипп не работает, сбив. Не знаю. Что-то как-то сбилось. Работает, каз сбивается. А, ну все. Значит, изи моб. Контролите только тогда, когда много мобов агрится. Мы так-то по 3 агрим. Все, этого череп добивайте. Следующий, значит. Следующий вон туда заведешь в другой, в другое место, в другой уголок. Руки-крюки, блять. Вон туда, этот, подбегайте сюда ко мне. Вон туда в крестик заведете, а мы сюда к звезде вот этих мелких. Сейчас забанишь, значит, кто там? Этот мифик, вот ставлю квадрат. Вот его забанишь, остальных бьем. В первую очередь механика бьем. Черепок в первую очередь бьем. Давайте пуляю. Крестик в крестик уводишь. Так, квадрат забань, все, бьем. Сбивается. Поддержишь частицу? Чё там, сбивается он? Нет? Чё-то не сбивается нихуя. Не, не сбивается. Чё на рарнике моб, кузнец? Сейчас... Ну... Сейчас кузнеца добьём и всё, я с бана этого заберу. Снимай бан, если можешь, сними бан. Вот, все, я забираю. Кирсори, кто-то хильте там, стойте.
все, пошли большого бить. Да, вот эти часовые, это вот именно они, короче, веселятся нахуй. И они еще с мобами, блядь. Я понял, блядь. Вот именно вот эти вот мобы самые веселые. Так. Про товар, значит. Берет черепок. Мы с Вилашей берем крестик. По очереди будем таунтить. А в двух мелких берет Лингрен. Так, в первую очередь будем убивать крестик. Так вот. Только не пульцы плюс сразу, а без маны. Да мы не пулим, да, пейте, ешьте. Залейте ему иннер, блядь. А вижу, вист вообще АФК. Подходите сюда поближе. Значит, про товар. Твой часовой, это уже тот моб, который именно перезарядку кастует. То есть, будь готов. Ты его отводишь в черепок, и там танчишь спокойно. Его никто не бьет. Мы с Вилашей. Я первый на крестике, я панцирь сдам. Ты второй с панцирем. Там еще язык есть. Мелких лингер берешь. Давайте. Так, а он-то получается с этими... Кузнец, да? И еще кто? Да, мелкий кузнец и механика, короче, мифик забанишь, вот тебе бан. Просто кузнеца заберешь лингрен и все. И смотришь, если у нас Вилаша шотнет, если еще крестик наш заберешь. Все крестик зергают. Все, поехали. Вар, забирай своего. Забирай, кидай в него какое-нибудь говно. Все, крестик все зергаем. Так, дал. Ну, через панцирь убило, нахуй. Все, Вилаша, танчи. Так, встал. Дайте минус. По войду. Сейчас не зыбку дам, на следующий если будет. Так-то да, еще можно даже за фурика таунтить. Это, пускай вар держит, давай вот этих бить. Мелких двух бьем. Ярим вот этих пидоров. По скиллу я еще фуриком играл, тоже таунтил перед кастом. Прям фурики щиты не вал, и отражение нажимал. Все, квадрат бьем. Чуть не сбивается ему класс. Никак вообще. А он под щитом. Ну. Все, теперь черепок бьем. Клык гер надо выбить. Еще тачка писал. Так, черепок вара. Лисайтесь пока. Так, механика мифик законтролишь. Крестик будем бить. Так, я первый буду. Ну я ключ отдам и панцирь. Наверное, вместе. И потом не зыбка. Катится. Так. Ну и мелкого лингера. Так, все бьем крестик, готовимся. Давай, вар, подходи, где он там? Давай, забирай. Так, внимание. А, Биг Дэм забрал. Нормально. Только я проебал из-за этого. Как он называется? Сейф. Ну да. Сейчас не знаю, что-то был, зубы какие-то были, что-то такое было. Зыбка уже откатилась, все дальше не танчу. Успеет докастовать, нет? А походу успеет. Под незыбка есть сколько сносит. Все, мелких пидоров. Хуяли мелких. Ярим мобам. Так, пойду тактику вспомню.
Так, вот тут все должны быть под сопротами. Ну, сейчас посмотрим. Так, в хилах у нас сколько сейчас людей? ДСшник тут стопудово нужен. Так, сейчас ассисты уберу. Так. Гляньте, ты в ДСшнике сейчас? Давай в ДСшника, короче. Шестой хил. Так, теперь по танкам. Ну, мы втроем, наверное, нас хватит. Лингрен, Вилаша и Войд. Теперь смотрите. Вары и палы. У вас серьезная очень задача. Это скидывать агро ДДшникам, которые догоняют танков. Танки будут меняться. Босс не таунтится. Танки будут меняться по кругу. Вот. Биг ДМ, Кирсори, надеюсь на вашу адекватность. Что у вас омен есть, что вы сами это сможете сделать. То есть по КД. Ну, если надобность есть. Если нету, значит... Гламурчен в последнюю очередь дает, уже когда совсем хуево. Рарник, Авилания самостоятельно тоже. Смотрите, кто по агро и догоняет танков. Начинать буду я. Босс дает топот, который надо захилить. Если мы топот не захиливаем, мы не убьем. Значит, спекайся в этого, в ДЦ варианте. А там какое-то сало дает, что за сало, что-то не помню. Сало — это сфера. Значит, нужны те, кто будут бегать. Это может быть лог, если там, ну, там дамага, конечно, не будет. Может быть эрдру. Синтек побегаешь. Синтек лагает, я не знаю, как он будет бегать. Друид инвалид побегаешь. Бегать надо по кругу, один человек. Давай, ты пробни. Вот, и так умножение там по ходу дела накидывай, буйный рост в рейд. Вот, и синтек. То... просто бегать и все. Бегать по кругу, да, бегать по кругу очень просто. Там будет вызываться сфера, и надо будет просто бегать от нее. Вот и все. Остальные все стоят под боссом в одной точке. Вот звезде, танки в кружке, и мы бьем. Вот. Это сферка-то агрится? Это сферка? Нет, или... нет. Нет, она вред, ну, по идее, не должна прилететь. Она цель выбирает любую и идет. Ну, типа, я собираю, она меня, да? Она дальнюю. Короче, синтек... Вот квадрат, он бегает по внешнему кругу. Все остальные 24 человека стоят везде. Что еще не ясно? Все, теперь все понятно. Где там Вадикон? Гружусь. Значит, смотрите, самое основное, что здесь, это саппорт, первое. Второе, это этот. У кого саппорта нет? Саппорт, это, есть у кого? Этот, Вадикон, дать тебе еще пачку. У тебя сколько там? Не, осталось? У меня еще штук 20. Вон, Вадикону, кидайте обмен на саппорт. Саппорт обязательно должен быть у всех. У хилов, у магов, нахуй, у всех. Вот. Имейте в виду, на этой хуйне, вот как мы бьем с вами центрального босса в ТТГ, на этой хуйне надо помогать хилам, если вдруг они не справляются. То есть флешки от двух ретриков помогайте. Ну, в принципе, должны справиться эти хилы, не знаю. ДСшник, холиприст, эрдрушник. Так, штуки. Агрить будет как по агро, короче, кто выше, типа. Значит, смотрите, у вас омен перед глазами. Значит, босс дает отталкивающий удар. Как он, ну, откидывает игрока, он сразу 25% ему срезает. То есть, второй танк Вилаша должен быть всегда за мной по агро. Первые три на пула идут Войда. Это. Ну, до упора Войда на пула. Я, короче, все скажу. Это самое. Главное, mm-hmm. имейте в виду, это вары и палы. То есть, готовность, чтобы сальвы и вмешательство у вас было. Так, что, рыбу надо? Нет. Давайте рыбу. Рыба. Жрем. Вообще ничего сложного нет. Просто самое главное, если мы топот прохиливаем, синтек если бегает с шаром, и мы с агро с ротацией справимся. Босс не таунтится, имейте в виду, блядь. Мне поэтому... от шара убегать, все верно, да? Да, просто по кругу бегаешь. Все, проверка. Сначала, когда я его веду сюда, никто не бьет. Только три роги с напыла могут бить. Вот как только поставлю в центр, тогда начнем вливаться. Герус ПУ, соответственно. Вадикон готов? Босс очень простой. Самый простой тут. Все, значит, даю отчет. Готовимся. Пока веду его, не, это, не трогайте его. Так, повел. Сейчас я его доведу и разверну. Так, все. О, захиливаем эту хуйню. Мота. Не мота. Ну, после. Вот, тяжкий удар вот этот надо захиливать. А, синтек. Умер. Ну, короче, ясно все, нахуй. Тяжкий удар меня убил. Так это не мота по КД. Не мота — это вот эта сфера, короче. Мота — это... А тяжкий удар — это он, то, что он по площади бьет по всем, да?
Короче, а, да-да, я забыл. Короче, фишка в том, что он в дальнюю цель пускает. Надо было нам близко к боссу подходить и вести. Вы должны прям в модельке бежать прям под яйцами у этого босса. Все, эту хуйню я забыл. Вот этот момент. Он, видать, сферу успел выпустить. Ладно. А вот этот часть удар, это типа, как это прохилить? Ну, не и знаю, жизни цветы на себя, блядь. Это прохиливается, так, просто... Ебать, полторы секунды. Мы под салом были. 15 тысяч. Ну, я не знаю, нахуй. Ну, тебя должны захотать, этот самый... Ты ладно, себе три жизни цвета, ну, блядь, и там еще вон, там хилов дохуища. Ну, читовать, стакать, хилить, ебать, всю эту хуйню. Значит, с пула попробуем на первой тяжке, смотри. Дашь, короче, гламурчен, наверное, потому что я не успею настакать. Давайте. Жрем рыбу. Это восстановление спасет, надо быстрое что-то, мощное. А что, ты думаешь, кот быстро, что ли, у меня каждые 3 секунды хилит? Уже частицу, слышишь, частицу дай на него просто, чтобы он точно не сдох. И все, и хиль танка спокойно. Действующего. Понял? Вымручен. Частицу носит тека. Не знаю, а как ханты носят тогда эту хуйню? Частицы по-любому, блядь, а как еще? По сути, может, и не достает его, ну хуй знает. А где остальные-то, блядь? Вы где, нахуй? Ну тут мы срез бежим. Давали. Где Локи? Чьи, блядь, пиздец. Я не понимаю, почему, ну, у вас время дохуя. А Геру спул даем? Да, сейчас дадим спул, наверное. Ну, первую эту хуйню простоим, прохилим. Так, и вот вопрос теперь в таймере берсы. Уменьшали они его здесь или нет? Вроде это переключение пишет, что 10, нахуй. Но если уменьшали, это пиздец, конечно. Сколько у него там? 140, нахуй. Ну-ка, давай-ка. Как у Лича примерно. Плюс Лича там сколько? Минуты две. Не бьем. Рыба стоит. Ешь, пей, фри, орбит. Что там по хилу успели дать? Друиды, конечно. Так что надо разгоняться. Ну да, хуйня. Немота, и ты не хилишь. Так, смотрите, сейчас, значит, такая система. Этот синтек на рендже будет с пула, но мы все бежим. Все остальные 24 человека вместе со звездочкой. Вот. Пожрали. Давайте, готовность принимайте и ко мне подходим. Когда я босса с пулю, вы подходите под яйца босса и идете. И идем мы вместе с вами до центра. И потом уже там начнем бить. Все, давайте. Аккуратненько. Прям... Я его могу бить с напулом. А, с напулом, да. Так, сейчас я обнулю эту хуйню. Имейте в виду, только роги с напулом бьют, вы просто бежите, остальные дают счет. Потихоньку со мной подходим, со звездой не стоим, подходим потихоньку. Так, поехали. Под яйцами подбегайте. Так, я пока веду. Чё, зависло? Нет. Алло, у меня зависло. У меня он завис. Сейчас, ладно. Так, разворачиваю. Давай, масс сейф, кто там? Вы, блядь, что происходит? Так, вроде... Я пизда, я... Короче, пока игру вижу на мне, тяжкий. Вот, не зыбка пошла. Хорошо, вроде выжили. На следующий я тогда дам. Тяжки. Ну, вроде частенько, кстати, хуярит. Все, вот. Короче, еще на пул на меня даем. Все три. Тут на себя на пул забудьте. Так, вроде тяжкий прохил. Все, нормальный босс. Нормальный. И все, и максимальный ДПС. Так. Геро. Вот. Так, немножко откинуло меня. Сейчас я его верну в центр, блядь, пиздец. Его поебано. И... Вилаш, если на тебя будет, так, это, так же его это в центр возвращайся, тебя будет откидывать. Так. Так. Чё это? Это то, что центр был, и мы все были... Сферу поймали, в нас кинули. Сало все поймали.
Так, Вадикон, ресы Рависта, после тяжкого. Равист, быстрый ресы Гламура. Друид инвалид, Эйю ресы. Фул захилить их, Невилашу на пулы даем. Все на пулы Невилашу. Значит, Кирсори, вмешательство по бигдему. Где Лингрен, там вообще нету, да? А вот он, второй. Пусть, короче, попало тут голочки, да, их. Короче, падаем нахуй заново. Какая-то хуйня нахуй. 10 минут, Берсерк. Да. Берсат, еще 3. Блять, не хильте. 3.40, короче, еще Берсат. Сколько мы бьем? Блять. Не, меч 10 минут. А его в обычке. Его в обычке обязательно здесь в центре комнаты держать. Войд. Не вставайте. Чтобы типа не откидывал. Да, у стенки просто я на X2 так в обычках убивали, а в гире, помню, вот так вот в центре держали. Да, вроде бы, блять. Или на склоне где-то его там держали. Может, на склоне. Ну а как тогда со сферой бегать ему нахуй? Ну, другой за спиной где-нибудь. Выходит, а мы так же стоим. Так вокруг бегает. Ну, я бегу, я принял рез и резался возле инста. Сейчас шкаф поставим. Ничего не понял, блять. Синтек будет тут, а мы у стены, да? Вот-вот где он стоит, там, а за стенкой, короче, мы всем рейдом туда перемещаемся. Получается, можно за спину. Ну, за босса зайти, вот сейчас покажу. Сейчас попробуем, короче. Я могу вдруг оббегать, он же стреляет сферой. Потом просто бегу влево. Он сферу бросил, бегу вправо. Сферу бросил, бегу влево. Как лужи на ребре просто будет, да. Водить их туда-сюда. Ладно, ладно, просто я не бегал, я не понимаю. Ты сейчас, когда отлетел, сфера тут же в нас полетела, поэтому да. Мы ее упали. То есть надо тебе в что-то упереться, чтобы ты не отлетал. Вот смотри, вот если видно, короче, вот отсюда можно. Да я вижу, мы просто к стене его подведем назад и все. Да. И будем там стоять. Ой, блядь. Или меньше откину, ладно, похуй. Ну вроде так вот стояли в центре, нахуй, и вокруг бегал хант, по-моему. Короче, Синтек понял, как там что бегали, давай сейчас попробуем. Да, я понял. Частицу надо надеть, там дамаг по тебе же идет. Нет, я уже это... Я на себя ход укидаю, потом после первого удара быстро восстановление прожимаю, и потом я уже... Так, ну-ка, полученный урон. Да, по тебе вообще урона нету. Просто ноль нах. А нет, почему, вон 200 тысяч. Ну-ка, а что тебя бьют? Тяжкий только бьют. Тяжкий удар. Ну ты бы прохиливаешь его, да? Да, я его прохиливаю. Ну все, ладно. Так. Вот рыба. Значит, вот как он стоит, так мы к нему побежим, через него пробежим, к стене встанем и будем хуярить. Да, вот это писюн надо мне. Его не хватает. Это, один. Смотрите, пожалуйста, три первые по агро должны быть Войт, и Вилаш, и Лингрен. Все, кто четвертый, и все, кто на третью позицию встает, всем нужно закидывать эту хуйню. Биг Демкер, сори, пожалуйста. Аккуратненько с этой хуйней. То есть, прям под этим красным кружком, вот, из одной стороны красного кружка вот в другую, и чарж вмешательство там 8 метров надо, чтобы вы игрока чарж могли сделать. Проверка. И на полы, наверное, типа как-то распределиться, чтобы одинаково было, допустим, на Вилашу и на Войда. А там он на второго, он на второго танка пойдет, он на второго по игру пойдет. Он 25 моментально скидывает. Все, все готовы, дает счет сейчас на Войда. А что у меня за лаги были? Все, пошли. Вы под боссом уже должны быть. Под боссом, а то сфера в нас прилетит. Все, и в стенку сюда встаем. А в меня, интересно, не полетит сфера? Так и в него води. Полетело. О, так видишь? Синтек умер, поэтому и полетело. Да, я не знаю, как это комментировать, нахуй. Не, чё-то нихуя не понял. Она три раза в одно и то же место кинула. Почему-то. Не, тебе дальше пробегать надо. Надо его, ты наверное...
Кому, кому дальше пробегать надо? Ну я там синтек. Синтек не шарит. Дадите, я хоть кину диван. Ладно. Теперь то есть кто встать нахуй, нет? Похуй. Просто у босса все встали, я бы диван кому-нибудь дал. Че, все встаем? Да. И бежим. Короче, нахуй, это какая-то залупа, блядь. А мне кажется, Геровская нормально ждать. Да какая Геровская? В Гере там вообще другое все. Че, не откидывают в Гере, что? Нет. В Гере там пиздец, нахуй. Там он бьет по 80 тысяч, и каждый следующий удар на 20% больше. На 25% больше. До 10 короче, станков. И как это переживается? Я буду так же бегать кругом, как до этого бегал, просто рейд не буду хилить, все. Ну да, себя хилишь. Бой. Чё-то спулил. Кто чё спулил? О, блядь. Где чё кто спулил? Ну? Не знаю, но и какая-то хуйня. Сантек, если ты хилить не будешь, может ты это в мишку просто прыгнешь, да и все? На тебе же все равно частицу кинут. Тебя прям наверняка не хотя бы не с одной точки забрило. Хил просто может не дотянуться, когда он будет пробегать. Да, хил не дотягивается. Да, ему в хиле. Ну, прожмешься. Не-не, ему в хиле надо быть. Ой, да я сейчас просто это один утренний и все. Этот, смотрите. Ну, единственный вариант, как это порешать, смотрите как. Значит, когда меня откидывают, ну, ладно, там, это я лагал, блядь. Ну, надо, короче, если босс отходит, да, со своего места, надо под ним держаться. То есть я буду стараться, ну, если меня откинуло, вернуться к нему. И вы тоже, ну, к нему держитесь. Вот. Ну, и только такой вариант в центре танчить, как я ставил изначально. Да-да, мгновенно бежать заводит. Мгновенно, да, потому что он вот именно за своим красным кружком он кидает эти сферы в людей. И чтоб синтек живой был, конечно, надо. То есть вот, конечно. Вот центр. Одной метки хватит, думаю. Эта комната, вот у нее какая-то залупа, вот эта летающая, вот это все так FPS съедает, блядь. 45 кадров. Все блестит, да? А в Гере тут вообще очко нахуй. Это я релогнусь быстро. О, 34 тысячи норм. И чё хилю, ты? Короче, и это. Ну вот, может так за у стены, короче, быть. Вот. Ай, бля, я понял, блядь. Две кружки пива, блядь. Сука. Стык, блядь. Стальная печень, нахуй. Что в игре, блядь? А меня... Синтек, кончи бухать, блядь. Синтек. Так. Вот так же стоите у стены, я буду просто. Да, блять. Но вести, надо будет вести его тоже к нему близко стоять и под ним идти. Да, где там Мидарк? Я схожу. Вроде вся хуйня. А где остальные? Шаду, где? Не люблю, где? Чего вы так долго, блять? Дайте шкаф. Почему вы так бежите долго, блять? Раньки сами себе не сидят. Ну тыкните, ебаный, по голове. Да уже вот тыкнули, трудно. Пиздец, бля. Поближе подходим. Нажимайте, да, давайте быстрее. Как в комнате на Личе. Звездочку и поехали. Так, все готовы, даю отчет. Двигаемся во мне, чтобы вы под ногами сразу были у босса. То он эту хуйню кинет и пизда. Под ним двигаемся. Отведу его. Вы там не тянитесь, блять. Вот, и все, и под боссом стоим. Все, развернул его на портал. Тяжкий. Вроде выживаем. Оп, откинул. Давай. Вернулся. Давайте Геру, да. Вот он мне сейчас снял, давайте еще на пул. Второй Вилаш, а третий Биг Дэм. Вот Биг Дэма с третьего места убрать. Жалко, когда этого панча не показывает. Бля, Лингрен, догоняй Биг Дэму, дайте сальву. Уберите его с третьего места. И всех остальных тоже. Ну что ты? Мифик на третьем. Раскол. Не, пока не надо. Тяжкий удар 10 секунд. Так.
Так, вот он дал по мне. Вот Лингрен на третьем, вот теперь нормально. Все, вот эти три позиции наши должны быть. Так, 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 в босса вернулись, в босса вернулись. Сука, вернитесь в босса. Все, навелаши. Я второй. Попал, ты частит, ты можешь на кого-то другого кинуть. На себя, например. Да похуй, забей хуй. Invisible, дайте Invisible. Сальву. Да, и вмешательство вары, блин, работаем. Вот, нужно, чтобы Лингрен был на третьем. Глаш, обязательно держись вторым. А три роги пусть по очереди на пулю. Ой, то есть разберут трех танков. Так. Так, сейчас пока я на втором. Короче, когда мне панч даст, будет на Вилаше босс. Мадикон, Равис. Вот убирайте их там. Работайте. Сальвы, все в КД вешайте. Уже КД. Так, вот и Вилаша. Меня далеко откинуло. Лингрен догоняй. Сделайте так, чтобы Лингрен догнал. На пулы сейчас на Вилашу даем. Инвизибла опускайте. И Вадикона инвизибла. Вмешательство, пожалуйста, вары делайте, пожалуйста. Инвизибла еще быстренько опустите. Вмешательство прямо откатайте. Все, я второе место, нормально. Вот. Эйю убирайте. Вот, все, тут третий, нормально. Вот, это самое важное, чтобы не пошотывало людей. Вот так босс простой. Я как-то про товары ему танчил, блин. Это пиздец. В принципе, ему панч сейчас дашь уже. Биг дэм в Вадикон. В босса, в босса, в босса, совы, блядь. Вернулись в босса, а то сало словит весь рейд. Не словили? Вернулись. Что-то сфера прям рядом нас, возле нас пролетает. А, вон он из босса. Следующий Лингрен будет. Вилаша, догоняй. Вот Лингрен. Давай. Крылья сдай, побольше агропа генерируй на него. КД. Ага. Мифика, мифик, теперь раскол, быстро раскол. Мифик, где есть, нет? Мифик. Все, ладно, там Лилаша есть. Паровисту, следующее вмешательство. Паровисту и по ворду. Вор, какой-нибудь инвиз дай, там какую знает, глыбу там хуй пойми. Что-нибудь дай. Так, на Вилаша. Я догнать не могу еще. Блять, Рависта, быстренько уберите со второго места. Паровисту дайте еще сам. Вот, нормально. Все. Все, теперь Лингрен догоняй. Хуярь там как можешь. Спину его хуярь, чтобы парирования не было. А у меня же фул мастерка. Тут надо даже какой-то ДД триньки что ли одевать, чтобы агра было. Огонь надо. Все, быстренько, память. Внимательно, на Омена, внимание, инвизибла убираем оттуда. Вмешательство по нему в срочном порядке. И ворлда убираем. Стопайте, дамаг, ворлд, стопай, ну шотнет вас нахуй. Незыбку быстро прожимай. Сука. Это, наверное... Здесь я дал вмешательство просто. Да просто на... поздно, просто поздно. Так у меня ПД, поэтому... я его по КД даю, блядь. Все, ладно, это самое. Пока нас двое. Давай этот самый. Вадикон, быстро рейса биг дема. Пока вмешательство, пока нету тяжкого. Быстро вставай. И быстро его захилить. Ну, быстрее сейчас еще вмешательство будет. Ой, сука, тяжкий. Все, продолжай также давать вмешательство. Сейчас нас пока трое танков на этой. 40% на боссе играем. Вот где все классы начинают играть свою роль. Так, и Вилаша, мне надо догонять вас. Второй линг. Рависта Сальва дал. Рависта убирайте. Shadow Knight, уход в тень. Кирсори, вмешательство по нему дай. Бигдем по Кирсори дай. Как это дышится. Сальва у кого есть. Кирсори второй, надо догонять. Блять, мы не догоним его. Это, в босса, вернулись в босса быстрее. Равис, Рес и Седжу. Только после тяжкого встанешь. Кирсори со второго места надо убрать. Пожалуйста, блять, дайте что-то. Все, мы догнали его. Нормально. Вставай, Седжу. Фулл баф по Седжу и дамажим. Так. Да, он не зыбко. Фулл баф по Седжу. Крик на хп обновите. Ну если 10-минутный, то нормальный. Так, откинула и возвращаюсь. Mm. Так, на звездочку поверни его, чтобы откидывало тебя не на край круга, а в центр, чтобы мы вернулись потом. На втором месте Мидарк убрать его, Авиланию, Вадикона убрать.
Я сам. Ну, оно не скинется. Блять. Я по себе тоже сам. На 6 минут Берса. Берса. 6 минут, я же сказал, блядь. 30 миллионов не добили. Ну вот получается, значит, здесь. Ну, вот смотри, 6. В два танка никак. В два танка никак. У меня... Почему у меня показывает там 3 минуты Берса? 3.50 было. Вышла старая, надо новый ДБМ скачать, который. 3.45, Берса здесь 6 минут 15 секунд. Значит, вот смотри. Короче, надо, чтобы у каждого минимум 20 было, да? Да, до хуя еще ДПС не хватает. Ну, если смотри, если на Ларе так же, нахуй, такая же Берса, то ну там просто нехуй делать. То есть упирается в ДПС. Вот смотри, у нас, ну, Биг Дэм, если бисовый, да, и он с вмешательством 18, да, Кирсори вот вообще 14, ну, слабо. В два танка тут никак, потому что, блядь, ну, он просто агро до хуя срезает, столько не генерирует танки сейчас агро. 4 хила можно. Ну, допустим, что в 4 хила. Ну, я даже не знаю. Ну, вот смотри, первое место берем по ДПС, еще 7 лямов. Мы не добили 30. Ну, вместо 6 мы 2 хила убираем, допустим. Это, ну, если это ДПС или как Invisible, да, то это получается мы не добьем 15 лямов, нахуй. Ну, да, есть... я говорю, надо, чтобы по 20-шке у каждого было. Да, минимум. То есть мы слабенькие сюда еще. Ну, блядь, Рарник, он Авелания без шема. Рарник шемом 15-ка, блядь. Ну я там были моменты вообще не бил. Что, Лара, пробуем? Да хули пробовать? Распределим да. Рогов надо это. Как, куда рогов распределить? Ну типа, чтобы каждый рогов своего танка напулил. Да не, я просто не, там... вижу огромный. Там один хрен сильно много. Там не так, он срезает 25% сразу. Это, ну представь, чем больше мы набрали... Надо, по идее, надо напуливать на того, кто второе место. То есть, у кого есть шансы на второе место. Хочешь чередоваться, да? А разве не ДДС? Тут здесь надо три... Ой, не ДДС эти пить. Ну, можно попробовать, но 30 лямов я не знаю, откуда мы возьмем, блядь. Попробовать еще нет. Ну, пока все равно мало. Да мало, конечно. Конечно, мало. Можно даже не играть уже. Да, то есть, ну... Если бы у него 10-минутная была, мы его убивали бы. А так это пиздец, жесткие рамки. Ну, а Лар, по сути, я не знаю, сколько у него там берса, блядь. Ну, 33 он... ляма. Да, он... мне кажется, так же у него берса. Он Они очень... всех сделали, и ЗС, и ОКО, нахуй, сделали по 6 минут. Он очень трудный. Ну, типа, если такая берса, это пиздец. Там сам по себе бой, нахуй. Там и мобов надо бить, блядь. Ну, пиздец, то есть. То есть ну, вот... мне кажется, это разрабы специально так сделали. Ну, да, так-то можно ну, выжимать. Это... ЗС там... А этого же еще Келли не убили же, да? Или убили? Да кто его убьет, нахуй? Там хп столько, убили нахуй. Убили там... уже сделали. На сайте показывают. Убили. Не, а там же убили, а потом отменили. Там что убили, это? Когда они открыли первый день его, нахуй. Когда там, у них наверное, там... по 10 минут и было, наверное. Нет, там не в минутах дело, там урон был не там то. ХП нахуй. Было меньше. Там все. Там чекан, там просто дикий зашли. Ну, я так понял, на сегодня все. Ну, наверное, да, хули тут ловить, блядь. А, надо это ЗС, там же кого-то убить могли. А, значит, может... не убили, эти Т5 не продаются. Да не убили, блядь. Этот самый... Ну, я не знаю насчет ЗС, но смотри, вот там волноступ, например, и кто? И гидроз. Ну, на них идти, пока мы до них дойдем, еще время сколько. Я не знаю. Ну, если хотите, давайте останемся, хули. Час еще остаетесь, нет? Или кто-то уходит? Скажите сразу только. Все, блядь, я уже готов. Ну, все, давай тогда. Ну, мне там ловить нечего. Косарик надо... даю. Косарик. Наверное, да, ну, с... Ну, короче, на пятницу, на субботу ставить это ЗС, чтобы час дополнительно делать. Ну, с пятницы на субботу. Что, ты, выходным. Что ты имеешь в виду? Короче, ну, повышаем себе ДПС. Час, то надо делать в пятницу. Ну да, так еще если люди. Если еще люди согласятся, они-то, ну, так же вот три человека скажут, и все, и что делать. Ну, шанс выше на соглашение. Ну, смотрите, следующая неделя вот расписана полностью. Самая основная задача у нас на новом КД это сделать вот эти 8 рейдов, которые мы проходим, это сделать их за 3 дня. Это самое основное. Вот Гера у нас, ну, по плану, поэтому сжатого, она начинается в воскресенье. Короче, если... Сальв, я только на себя буду кидать. И если мы в воскресенье с вами сделаем в Гере до Синдры или до Лича, это будет очень хорошо. Мы себе освободим, то есть мы, грубо говоря, в понедельник придем, Лича ебанем, и уже у нас свободный пол РТ свободный и 2 дня свободный на ОКЗС. Все, и там где-то РС-очка еще припишется. Вот. Ну все, значит, сейчас будет сброс и ПГП. Все, ИП я дал. Посмотрели, значит, поняли, да, что ДПСик надо апать, одевать. О, плюс воронка.